of this place against Starbuck tomorrow in the lower bracket decider. Let's go then. Orc Neutron versus Human Hawk, map number one. In the top right, a constant of the European scene hailing from Russia, being in top shape as always, whether it be Warcraft or with powerlifting, it is Hawk. In the bottom left, Mr. Nobody Cares Bro, very dedicated, even playing from LA, this time not as Night Elf, but as Orc, is Neutron. And indeed, we're going to be seeing the Farseer Headhunters as we were expecting. No longer a rush tech. Well, we didn't see that from him, but we saw it yesterday from Kiwi. Дотер скажет, что это Invoker, мы скажем, что это Blood Mage. Кельтас. Погнали. А, и Нейтрон играет за орков в новую мету. Слушайте, это вторая раса Нейтрона. Он играл за орков еще во времена Дедмана. Это было... Ну, то есть у него... Он знает, естественно, все хоткеи. Он знает, он умеет играть самыми разными героями. Он умеет играть самыми разнообразными стратами. Это его вторая раса. Вот, поэтому... Скорее всего, он решил использовать текущую новую мету, которая... Очень сильно напрягает современный Альянс из-за того, что хедхантеры стали стрелять дальше, из-за того, что волки получили дополнительное здоровье, из-за того, что... Что там еще? Все, наверное, да? Вот. Yeah, this is honestly the opening by Human I like the most. Yeah, it slows down the tech, but you're active out on the map with the AM and you can threaten a Borrow Cancel and a Shop Cancel, which otherwise you cannot do too easily. But the Tower of the Night was definitely annoying. If that has been faster, then the wolves would have been able to be dealt with easier. Правильная магическая вышка, ухожка довольно ранняя. About 40 seconds or so behind the opponent, and Hawk trying to creep. Going for the next green camp, big lasted right here. Farseer certainly far behind in experience, and Neutron gets it. О, Нейтрон добивает. Правда, Хав добивает черепашек. Ну и сейчас уже появляются хэдхантеры довольно большое количество. И ты уже четырьмя футменами не особо можешь навязывать свою игру. О, какое окружение. Хавк показывает, но Фарсир выходит. Ай. Близко, близко. Магазина нет для того, чтобы подлечиться. Придется, наверное, бежать сейчас на фонтан на левый какой-нибудь и там лечиться. Не знаю, зачем он продолжает преследовать армию Альянса. Не, не всегда. Здесь панда может быть вторым героем, мы это уже видели. И панда гораздо... Да, Бестмастер тоже вторым уровнем, вторым героем тоже неплохо идет. Ну, медведь и... Так, рядышком Фарсир очень битый. Такой урон у хедхантеров. Посмотрите, как футмены разваливаются. When Hawk played against Starbuck on this map, I think he was rifle mount tanking second, but he was the militia in the center of the map that really won it for him. Спас на чудесах хошка одного футмена, он лечится сейчас на халяву на фонтане. Ой, ну, такие вот ошибки, конечно, у Нейтрона от недостатка практики. Ну вот что это такое? Он второй раз забегает, не находясь рядышком. Перебивают лечение и регенерацию маны. Уже фок... хорошо волк начал Да. Это может быть минус ТП, мог бы быть минус ТП. Ну, правда, там плащики есть, можно было спрятаться. Especially when it comes to these blocks and surrounds, Hog is gonna have the big upper hand. Well, everything that's, you know, micro intensive. Hog is gonna have the big upper hand with the preferential ping. Hogman, he just wants это не случайно не... Ага, спрятался, молодец.
Ну и Headhunter еще один падает, смотрите, не доконтроливает Хош. В смысле... Нейтрон. Ну, спас одного. В целом, не до контроль. Если коротко, не до контроль. Хафт как раз доконтроливает. Да, Хафт доконтроливает. Хафк спас нескольких футменов, Хафк спас грамотно после этого Scroll of Speed, спас Архмага. Минус ТП. Это минус ТП. О, нет, не успел Архмаг стрельнуть. Пошел Хекс, Крабик. Хедхантер вырывается вперед. Ну убери этого Хедхантера, господи, он не успевает вообще. Сейчас минус Хедхантер будет. Куда ты его... Надо успеть здесь прожать. Да серьезно, ты не прожал? Дикий недоконтроль. Ну, видимо, действительно Нейтрон сейчас занят чем-то другим. Или, ну, находится не в форме. То есть он... Он, в бытности гораздо лучше контролил, чем сейчас мы видим. То есть он явно не играет по 6 часов в день. Явно не играет. То есть он не хватает внимания, не хватает микроконтроля. То есть тут нет проблем с ни с пингом, нет проблем со стратегией. Тут четко проблемы с исполнением. А, там пинг 200-250. А он в Америке. Это снова ты. Тогда надо было телепорт прожимать просто раньше. Даже с 200 пингом там можно было телепорт прожать. Hawk gonna snipe the Ogre Lord. You remember when Infi did this the first time and he blew our mind? We're like, oh my god, just with MK and Militia, you could snipe this so well. Really cool. And since then, it's been a staple oftentimes for humans. Они играют в батле, они на Warcraft Champions, да ладно. And perhaps even the full camp. Хостботы запрещены. Да, это косяк тогда. Unfortunate for Hawk to get Kakdar, but he can sell it. Опасности, говорит, я уже после 25 не мог играть по 5 часов в день, а в 32 уже вообще не играю даже на приставке. Да, у меня та же тема. Ну, тяжело. Сейчас будут потери дикие. Сейчас Шиху можно... Да, это игра минус сразу. Забей. Пишем ГГ, выходим. Да, что-то... О, смотрите, у Хавка опять футболка Тян не нужны. ТНН. Что мне, переодевать другую футболку надевать? Сейчас Тян не нужны. Neutron, should you play so close to the edge, like the Farseer lost there? Мой друг, который младше меня на год, 21, ха, строгок щегол, сказал, что больше не хочет играть в игры. Я пошел в храм и подал записку за упокой. Потеряли пацана. ТНН. ТНН, а именно Тян не нужны. Легко говорить человеку с женой, что ТНН. Да, есть плюсы, конечно. Maybe play a little more passive. You don't have to play this aggressive. In the start you can, but then when he saw that the fights weren't going so well, he maybe could have just fall back. Причем даже не было у Хавка дефенса. Вы заметили, что он даже не тратил деньги на щиты. Too much maybe with his high ping. Don't try to dodge storm balls. This seems very, very risky to me. Да. Yeah, it's really rough conditions. Like Todd and I, we know playing on 150 ping on West India is already horrible. Like, why would you exclude terrible. Me? Well, I think you play a little bit less than we do, but 200 ping, like that's a complete disaster. But Neutron is still trying his best, you know. Гроллер говорит, а 21 тоже перестал играть в армию пошел, а в 22 снова начал. His best. Now the first map didn't work out too well for him, I think.
Even if it's only a top 16 finish for him, he's going to be satisfied with this season, considering all... Махадев говорит, я не играл в игры 10 лет, делал карьеру, учился и так далее, а потом снова начал. Отучился, сделал и пошел играться. Да, похоже, что все идет к 2-0. То есть даже если ты там возьмешь нормальную страту, все равно, особенно опытный игрок, тебя на дистанции за счет микроконтроля должен переиграть. Там кто-то в Fortnite, кажется, играет на заднем плане, или что это у Нитроши там? Нет, это Apex, кажется. Да, это Apex. I'm sure Starbuck's pretty content with Neutron playing Orc, because that gives him an opportunity to look at how Hawk is adjusting after the first match. Hawk суровый, смотри, такой, ух, прям такой серьезный. Турин говорит, я играю в видеоигры 27 лет и не жалею. А мастер фломастер. Привет. Первая сотка. Ей, привет. Так, Яндек крутой. Микки, что лучше, ГГ плюс или премиум для компании? Стример, всем добра. А ГГ плюс это чисто для компании, а премиум это почти чисто для стримера. То есть стример получает там 76% с вашей подписки. Ну, если вы подписываетесь за 79 рублей, стример получает 60 рублей. Вот, причем чистыми. Вот. А ГГ плюс это чисто поддержка сайта. Хавк прямиком из качалочки. Погнали. Товарищи наши в лузерах катают. Уже начался. Уже началась игра, точно. Видно по кликам. Нитрон снова орк. Может быть и нет возможности ставить другую расу. Если ты выбрал на серию одну и ту же, то должен придерживаться выбора. Что Нитрон в Штатах забыл? Какой-то турнир по покеру, насколько я понял. Хедхантеры, как вы видите, у Нитрона также будут. Ламбер Милл пошел строиться. You think the kids in the internet cafe that Neutron's playing in know that they're sitting literally next to a living legend of RTS games? Да, тот говорит, знают ли щеглы, которые сидят в компьютерном клубе и играют в Fortnite, что они с живой легендой сидят сейчас? О, Mountain King первый, это прикольно. Интересный ответ. Так, DreamSong говорит, да блин, почему плеер самопроизвольно останавливается? Я рекомендую уже потихонечку переходить на плеер, новый плеер, который мы на МКЛ показали позавчера. Вы его можете включить себе в бета-профиле, потому что мы собираем уже данные о проблемных пользователях, и в том плеере уже меньше проблем, чем в текущих. Там низкая задержка встроенная, там автокачество работает. Мастер, подчеркивание, фломастер активирует премиум 2 месяца. Спасибо за примачок, мастер, фломастер. Вот, и там еще, конечно же, что? Да, быстрый старт. То есть он заметно быстрее загружается, чем текущий плеер. Стартует, имеется в виду. Ссылочка на бета-профиль, я думаю, кто-нибудь добрый даст. Она для всех одна и та же. У каждого свой бета-профиль. Одна из самых последних галочек называется «Новый плеер». А, там еще реконнект есть. Да, спасибо, Дмис. А если галка низкой задержки стоит вместе с новым плеером, то что? То будет работать новый плеер. Да нет смысла особо в старой низкой задержке, потому что, повторюсь, там число проблем чуть выше, а задержка сопоставима, там разница в полсекунды где-то. Так что потихонечку переходите на новый. Единственный минус, что он не работает на непремиум стримерах. Так что не удивляйтесь. Мы его доделаем. CPT Sharpe, здравствуй. Добрый вечер. Мы досматриваем потихонечку Warcraft. Потом переключимся ненадолго, я думаю, на XCOM, потому что уже 10:30. Это будет первый для Neutron. Как он должен это делать?
Twilight Dragon. Не знаю, не знаю. Опасности, привет. Сворли говорит, приложуха на телек для Android запилили бы, нафиг эти плееры новые. Мы, в первую очередь, конечно, ориентируемся на большую часть пользователей, а большая часть у нас на десктопе. Потом уже на мобильных приложениях, на телеках мало. Окружение и минус телепорт. Классика жанра вообще. Исполнение очень хорошее. Молоток окружил, убил. Вот, и новый плеер, он как бы нужен для того, чтобы как раз уменьшить количество проблемных пользователей. Да, Pendant of Mana прекрасно. Да я без такой интонации говорил, Сварли. Сварли, я понял, все, успокойся, ну что ты кричишь? Может, на телеках мало, потому что приложений нет? Может быть, но был бы спрос больше. То есть чаще просили приложения, например, на телефоны, на разные. Ну и... Какое-то время оно работало, кстати, у нас. Там было все равно немного пользователей. Нейтпух — это нейтрон? Да-да-да, нейтрон. Он рассказывал этимологию своего никнейма, как раз, что когда он был мелким, написал как абы как, чтобы русские понимали, а сейчас... Сейчас его называют совсем по-разному. МК приходит, ему нужен один молоток закинуть для того, чтобы... получить третий уровень. Футы в рабах. Ой, баш еще сверху. Там такой баш. О, динай хороший. Рабочего убивает чисто для того, чтобы третий получить. Третий. Форсир минус... Да, молоток залетает. Инвол. А у нее нет телепорта. Покупает телепорт, чтобы уйти. Да, он не прожал. Блин, можно выходить уже. Капец. Да, пинг жесткий, конечно. Реально жесткий пинг. Да, ну, купил телепорт, но не прожал его. Видимо, прожимал, но не сразу, и все. Шарлот говорит, я даже специально залогинил, чтобы попросить положение для телека и хотя бы пофиксить лаги при сравнении на телеке из браузера. Спасибо. Зафиксировали. Сейчас пойдет реально тайминговый магазин. Делается. Нейтрон случайно не на всё поехал, вроде 1 августа стартует. Кто-то в чатике просто написал, что на турнир по аварику пошел. Застройка, что? Что? Форсира третьего убить. Ну, не хочет долго мучиться, в общем. Это вообще такая нелепая страта сейчас идет. Ну, потому что... Нет, здесь, конечно, ничего не сделать. Тут можно даже отбиться при помощи ополченцев. То есть не такого, конечно, количества, но... Минус Headhunter. Он не видит, что у него на мейне происходит. Что? Какая боль. Вышки делаются. Магическая вышка. Но кто кому больше урона наносит? Конечно же, все-таки Хавк больше урона наносит. Прилетает МК, четвертый уровень, ополченцы вырубают одного хедхантера. Прибегает форсир. Но вышки доделаются. Вышки 100% доделаются.
Но даже после этого можно постепенно отдавать экспанд, а здесь все равно такая, такой хаос на меню, посмотрите. MK getting chased, speed scroll active, but he's got the potions. He's fine. That shop here helping him tremendously. Дичь. Wolf gets a bash as well. The wolf's at his door, but he doesn't care. Минус Headhunter еще один. Can combo the penance of energy drop with mana potions now to regain a lot of mana and have a lot of stumbles. Откидывается молотком. У нас, кстати, активизировались товарищи, которые либо хотят, либо уже смотрят каким-то макаром на телеках. EG специально залогинился, чтобы спросить, что не так с телеками на LG, все норм. Там, видимо, от браузера зависит. Тут же надо под вышками орку быть, разве нет? Да не, ему давить надо все равно. Он не может ждать, пока эти три вышки добьют. 19 лимита на 40. Да нет, здесь нет шансов, друзья. Даже если МК каким-то макаром умрет. У нее есть телепорт, он еще три вышки достраивает и делает телепорт нейтрон домой, оставляя свои вышки без прикрытия вообще. Хедхантер умер от дефенса, просто он пришел, спасся, типа выстрела фута, с вероятностью 1 к 3 отразился выстрел, он словил и умер. Такое мучение, 17 лимита у нейтрона, 17 лимита, один бору, добычи, считайте, никакой нет. Паладин появляется, Т2, соответственно, Касл уже тыкает Хошк. Он дико впереди, конечно же, и знает об этом. Не обязательно было вписываться за эту последнюю вышку, на самом деле. То есть от нее нет никакого... О, Defense and Gold Mind! Просто минус 4000. Ах, какая досада. Шиза говорит, зачем нужно приложение для телека, когда есть Apple AirPlay и Google Cast? Архмаку уходит. He is out of potions though at the shop. He's had like 3 or 4 heal pots, so that one should be on cooldown now. Ну, хавка косарь на руках, правда, он немножко приспустился по лимиту. Double aviary. Neutron, you know, he's being persistent here. He's still trying to win this, but he has to know how far behind he is with the expansion running the whole time. Паладин может, кстати, ему подлечить напоследок МКУ. А, нет, он успел бутылку взять. Телепорта, кстати, нет. Ману купил, отсюда не уйдет, кстати, уже Фарсир, например. Бах. Раз и два. Ногу молотком остановить. Бах. Просто такой... Такая дичь. Баш. Нет. Убил, добил, улыбнулся, написал ГГ. Гейл Next говорит. Хавк тоже порадовался. Да. Ну что, сейчас послушаем интервьюшечку, друзья. Потихонечку переключимся на XCOM. Да... Ну, круто. У них сейчас перерыв будет пару минут. Я сразу в XCOM, с вашего позволения, и переведу вам интервью в фоновом режиме. Спасибо, что смотрели. Завтра будет продолжение, кстати, вечером. Так что...